Всем привет, и вы попали на мой канал, и в этом видео я буду тратить 101 тысячу монет в MM2, в Murder Mystery 2. Не спрашивайте, откуда они у меня вообще появились, да, это очень странно, так много монет. Это само видео вышло на где-то на 26 минут, и мне пришлось его ускорить просто. Я не знаю, как могло такое видео выйти на 26 минут, просто капец. Ладно, давайте уже начнем, уже что-нибудь покупать, их тратить. Ну, хотя мне жалко их тратить. Но я все-таки потом еще когда-нибудь накоплю, поэтому нужно будет выбрать, что сейчас купить. Я буду играть на обычном сервере, то есть не на випке. И, может быть, зайду на випку, буду там открывать. Давайте сейчас эффект купим, все эффекты, то есть купим, которые есть за монетки. Я буду брать вот этот эффект. Давайте посмотрим, как он выглядит. Ну, в принципе, ладно, посмотрим еще какой-нибудь эффект, может быть, что-нибудь подойдет. Я все-таки не знаю, ладно, давайте другой купим, все-таки какой-нибудь. Но мы все равно будем покупать, поэтому давайте вот этот. Мне кажется, ну я даже не знаю, как он будет выглядеть, поэтому мне не кажется. Так, давайте наденем его и, ну, в принципе, мне кажется, он больше подходит к моему скину, просто... Хорошо выглядит, красиво, да? Все-таки да, прикольно. Кстати, у нас уже раунд тут скоро начнется. И, может быть, убийца выпадет в первом раунде. Ну, возможно. Ладно, давайте вот это купим. Ножик какой-то. Ой, какой ножик эффект призрак, господи. Это эффект призрак. Ну, вы это видите, но я это говорю, не знаю зачем. Ладно, все-таки мы вроде все эффекты купили, нет, да? Или все же? Ну, вроде да. Кстати, раунд уже начинается. Я не знаю, кем я буду сейчас. Ну, вот это прикол, я убийца. Продолжаем тратить монетки, которых у меня скоро не будет, да. Хотя еще их много, но они скоро закончатся. Я вот это все покупаю, то есть все куплю, ничего не останется. Я имею в виду только за монетки, а не за эти алмазы, какие-то кристаллы. У них их ноль, в принципе, ладно. Я даже, в принципе, не знаю, что еще вам сказать. В принципе, да, вообще не знаю. Там, кстати, кого-то убили. Реально, меня чуть не убили, я сейчас убегаю. Я не знаю, меня догонить или нет. Тут шериф, кстати. А сзади меня убийца. И, надеюсь, меня не убьют. Ну, ладно. Все, теперь я знаю, как эту бомбу кинуть. Это, в принципе, так легко было. Это видео идет 12 минут, то есть почти 13 минут, господи. Хотя оно шло где-то 26 минут, то есть точно 26 минут, капец. Если не монтировать видео, то оно идет 26 минут, а если смонтировать и ускорить... Некоторые моменты, где я буду открывать бокс, буду ускорять, то есть я так ускоряю, ну да ладно. Открываю радужный бокс или коробку, какая разница. И коричневый ножик выпал. И рядом с ним было почти лего. Класс. Ну ладно, дальше открываем. И, ну, это вроде повторка, она тоже у меня есть. Ну ладно, открываем дальше. Господи, за что? Ладно, выпал желтый ножик, ладно, хорошо, это, ну ладно, в принципе, тут все ножики хорошие, они тут цветные, то есть есть синий, а, ну, нам розовый выпал, в принципе, у меня вроде его не было, это хорошо. Обычный ножик, серьезно, ну ладно.
другой откроем. Боже, как монетки быстро потратились! Я в шоке просто. И, в принципе, это вроде редкий. Или какой там ножик я уже... А, ну да, редкий там какой-то, ну ладно. Так, и... Ну, спасибо за такой ножик красивый, просто капец. Ладно, смотрим дальше. Не, ну Лего пролетело, но нам выпал еще один крутой ножик. Это, в принципе, необычный. Там есть редкость, это редкость, то есть и редкий ножик, и легендарный, и обычный. Ладно, продолжаем дальше открывать. Может быть, повезет, но мне кажется, нет. Ну ладно, этот ножик у меня есть все же. Ну все же, давайте открывать дальше, мне как бы все равно. Ну и... Ну, повторочка. Спасибо. Вы сами все видели, там пролетела Годли. Пролетела. Они просто пролетают, но не выпадают. Просто мне выпало Лего за все открытие. Сколько мы там боксов открыли, я уже не помню точно. Давайте посмотрим. И ножик почти не видно. Это уже хорошо. Что мне Лего выпало? Прикиньте, бы не выпало вообще. Господи, просто пролетела Годли опять. Опять пролетела, но не выпала. Спасите меня просто, я уже не знаю, что мне делать. Хотя все равно мало шансов, что мне ее дадут. Кстати, я даже не знаю. Ну, давайте открывать. Если не выпадет вообще Годли ни одна. Ну, хотя бы Лего пусть выпадет. Хотя бы там 3-2 Лего. Ну, точно не 2, хотя бы 3 Леги. Ну хоть спасибо за такой вот ножик. Ну ладно, открываем дальше боксы. Этот ножик вроде редкость. Мне, кстати, везет на какие-то редкие. И вроде на обычные ножи мне везет. То есть, вот, смотрите. Мне выпадает обычный ножик. Но мне кажется, больше всего. Ну, может быть, не больше всего. Мне где-то выпало... Ну, мне кажется, больше редких. Я точно не знаю. У меня их и так много, поэтому ладно, будем открывать дальше. Но мне обычные выпадают и редкие, и редкость. Ну, в принципе, ладно, но... Господи, там опять пролетел Годли. И мне дали какой-то пистолет, короче, которого у меня не было. Ладно, это хотя бы необычный, а то так редко мне везет. Но Годли опять пролетела. Ну ладно. Опять пролетела Годли. Да что такое? Она пролетает, но не выпадает. Последние монетки остались. Ну ладно, все-таки давайте тратить последние монетки. И может быть сейчас вот этот бокс откроем. Точнее, мы уже его открываем. Ну да ладно. И, господи, почти Лего выпало. Почти. Чуть-чуть бы и было бы Лего.
Но все-таки печально. Не выпала лига. Открываем вот этот бокс. Нет, не это тоже. Хотя ладно, давайте этот. Им что же нам хотят дать? Нам дают обычный ножик. То есть коричневый журнал. Он тоже, кстати, коричневый. Ну да ладно. И давайте, наверное, опять, или не опять, там, ну, ладно, давайте посмотрим, какой я хочу открыть. В принципе, давайте опять цветной, там мне, в принципе, нужно еще выбить. О, господи, ну, хоть такой ножик. Мне только одна лего выпала из всех боксов, которые мы открыли. Серьезно. Ну, ладно, может быть, в конце повезет. Спасибо за белый ножик, он у меня есть, теперь есть еще один, будем открывать дальше. Надеюсь на лигу хоть... Ну блин, капец, я столько боксов открываю, мне только выпала одна лига. И вы такие, а где силы? Значит, я открываю просто боксы. Забываю вообще про эти силы, что их мне нужно купить там вроде... Рентген, поддельное оружие и ловушка. И потом я только в конце траты монет замечаю, что у меня не хватает, что-то не хватает. И я потом смотрю, вспоминаю. Нужно использовать силы новые. И вижу, что у меня их вообще нету. И потом думаю, а где они? А потом вспоминаю, что мне пришлось все эти... монетки потратить на боксы и на всякие там эмоции, эффекты, но не на силы, это вообще, это как-то, я даже не знаю, что сказать вообще на данный момент. Кстати, мне выпала вторая лига за всю эту трату, ну, это, кстати, круто. За всю мою трату мне выпало две лиги, ну, можно было хотя бы еще одну, ну, хоть на этом спасибо, хотя бы две, а не одна, прикиньте, вообще бы ничего мне. Мне бы не дали ничего из лиги, это был бы такой прикол вообще. Ждите, будет опять трата монет ради этих эффектов, не эффектов, а сил. Ну, я, в принципе, 50к накоплю, в принципе, достаточно. Еще боксы подкрываем. Ну, на этом все. Я уже не знаю, что сказать, у меня шок. Хотя бы две лиги выпало. Ну, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и... Всем пока-пока.